Организация «Международные силы дружбы» была создана во время церемонии в Белом доме 1 марта 1977 года по решению и при поддержке президента Джимми Картера. Почетным председателем стала Розалин Картер. Эта идея родилась в воображении Уэйна Смита, фантазера и мечтателя, который осознавал потенциал дружбы в преодолении культурных, расовых, языковых и религиозных предрассудков. Сегодня Международная сила дружбы является всемирной организацией с отделениями, известными также как клубы, в более чем 350 городах 60 стран. Миссия силы дружбы – содействовать пониманию в мире, преодолевая барьеры, которые разделяют людей. Каждый год более 5000 общественных посланцев путешествуют с Международной силой дружбы, изменяя при этом свое отношение к миру. Познают другие страны изнутри в качестве временных граждан. Жизнь в принимающей семье и возможность разделить с ней повседневные хлопоты дает глубокое понимание другой страны и культуры. Международная сила дружбы также предоставляет новые пути помощи нашей планете, осуществляя гуманитарные и образовательные проекты по всему миру, а также проекты, направленные на сохранение окружающей среды. Но возможность жить в семье, быть больше, чем турист, является отличительной чертой путешествия с Международной силой дружбы. Wayne Smith, whose story Friendship Force has always said that the best way to get to know people is to put your feet under their table. And I think it really makes a difference. And the personal experiences add so much to the trip. That's what has made the Friendship Force so successful. Международная сила дружбы оставила в мире глубокий след. Ее работа была номинирована на Нобелевскую премию мира. Более миллиона человек из 60 стран принимали участие в качестве посланцев или как принимающие стороны. Люди, имеющие сильное желание и мужество отправляться в неспокойные части света во имя дружбы. Это мощное наследие и замечательная возможность. В начале 80-х годов обменами между Советским Союзом и США сила дружбы пробилась через железный занавес. Начиная с такого экстраординарного прошлого, мы движемся к жизненно важному будущему. В сегодняшнем неспокойном мире многие страны жаждут обрести руку друга. Будущее Международной силы дружбы лежит в укреплении прежних связей и в протягивании руки дружбы новым друзьям в Марокко, Израиле, Иордании, Китае, Южной Африке и Вьетнаме. И особенно друзьям в мусульманском мире. You run tremendous risks in going to new places. Бывший посол Организации Объединенных Наций Эндрю Янг является членом Международного консультативного совета Международной силы дружбы. Places that are unknown and frightening. And yet you go. And as a result of your going, you build new relationships with people that I think contribute to changing the world in which we live. In fact, I know that you have contributed to changing the world in which we live. Изменение твоего видения мира начинается с «Здравствуйте», начинается с «Заходите», начинается с нас самих. Более чем когда бы то ни было, нам нужна сила дружбы, работающая в мире. Дружба – обычное слово, и в то же время слово, которое при помощи рукопожатия и улыбки может превратить незнакомцев в друзей. Одно слово такое мощное, что оно может изменить мир. Одна организация посвятила свою деятельность тому, чтобы это произошло. Международная сила дружбы. Мы изменяем мир, приобретая все новых друзей.